Так, я продолжаю запись 11:48 утра. Сходил за яблочками, но большинство яблок твердые. В одном месте там сложили яблочки в кучку. Там огородик за забором огорода. Я не полез, подожду, может, и возьмет еще. Все за 4,9. Как видите, мой вес не увеличился. Для того я даже ходил в туалет. Действительно 100 грамм. 74,9, а было 75,1. Ну вот 200 грамм. Так, продолжаем. Дождя не будет, я позже еще свой.
том числе выпадает. Хорошо, что не клочьями. Плюс 21 в комнате. 20 на улице.
пальцы холодные. Надо повторить, значит.
следы сложнее. До этого было легче. На последних секундах уже подпирает, вдох делать очень сильно. Я немножко перерыв больше, но это полторы.
сразу лучше. Отдыха было больше.
Вообще легко. Вроде бы я не забивался.
И еще разочек. Вообще замечательно давление 95 на 63. Если в прошлый раз было 108, сейчас 95. Пульс 72 на 3 больше. Это все интересно, чтобы потом сравнить результаты с дальнейшими практиками. С результатами дальнейших практик. Я на этот раз останавливаться не буду. В прошлый раз прыгал. Дошел до 5 минут, но там, конечно, напряжно было. Что-то я перед этим голодание проводил на походу. Лежа до 5 дошел, сидя. 3,5 нормально точно было. Но я по 10 раз подряд, конечно, не делал. По 3. И хода по 10 раз. Ни разу это долго не делал. Кое-что я выложил в открытом доступе, можете посмотреть. Это было в начале этого года.
Так, а теперь делаем перерыв. Мне надо выложить яблоки из пакета. Перебрать часть из них. Я здесь буду рядом, так, поставлю камеру. Те, которые самые твердые, положу-ка их на мапу. Надо посадить, чтобы они поменьше гнили, чтобы меньше мошек было. Подольше полежали.
не бутерку, или хотя бы мясорубку, или наоборот, мясорубку, хотя бы терку. Ни того, ни другого. Терка есть, там настолько ржавая.
надо что-то начинать постепенно прекращать внутренний диалог. Да, должен так порядком прикрыть хотя бы. Потихоньку привыкаю к той или иной позе.
спина ровная, поясница, осанка. Thank you.
Я когда читал, чтобы остановить все мысли и внутренний диалог, в первую очередь надо сосредоточить на дыхании. Для начала закрыть глаза. И те мысли, которые будут появляться, их не нужно останавливать, тратить на это энергию, тем самым прибавляя им сил для своего развития. Ну, допустим, появляется какая-то мысль, а мы не начинаем думать, тем больше прибавляя энергии, тратить свою энергию, и она еще больше развивается, как ветер на море, да? Ветер есть, и волны есть, ветра нет, а волн нет. Вообще говоря, надо просто наблюдать за этими мыслями, постепенно они будут утихать. Таким образом, с каждым днем вот это вот затишье будет увеличиваться. Остановление внутреннего диалога. Что это нам дает? С практической точки зрения, это экономия энергии на энергетическом плане. Умение контролировать свои эмоции. Контроль своих эмоций, чувств, мыслей. Человек становится более равновешенным и спокойным. Это очень полезно, важно для того, для тех, кто решается переходить, бросать свою вредную диету, свое питание неправильное, переходить постепенно на вегетарианство, веганство, моносыроедение, фрукторианство, монофрукторианство, затем на жидкое питание и на питание праны. Надо делать все постепенно, вначале теорию хорошенько проучить, прочитать, прослушать, чтобы базовая основа сформировалась, затем же на практике тоже постепенно так вот. Да, все будет получаться.
два. Как вы заметили, я завтракаю и обедаю абсолютно в разное время. Это делается для того, чтобы не приучать организм к определенному времени каждый день начинать вырабатывать желудочный сок, ну и тому подобные процессы. Короче, чтобы не выработать условный рефлекс. Впоследствии, когда человек в разное время питается, во-первых, он ощущает меньше холода. А во-вторых, если он решает сам провести очистительные процедуры, типа сухого голодания или на воде, к тому времени, когда он обычно ест, ну, стандартно там 10-2 часа, ну, всякого по-разному, в этом случае у него начинается сильный голод. То есть начинает выделяться желудочный сок, но не получив пищу, человек испытывает голод и может сорваться. Если не срывается, то он мучается, страдает, и желудочный сок начинает сам себя в желудке перерабатывать, то есть стенки желудка. Вот, если питание происходит в разное время, то условно-рефлекторная деятельность прекращается, и желудочный сок не вырабатывается к определенному времени. Тем более, питаясь фруктами, фрукты содержат энзимы, благодаря которым это энзимы, это как программы, благодаря которым в желудке определяется, что именно нужно вырабатывать, щелочь либо кислоту. То есть если пища белкового происхождения, вырабатывается кислота. Если углеводного происхождения, вырабатывается щелочь. Таким вот образом, благодаря этим энзимам, пища саморастворяется. То есть на это тратится гораздо меньше энергии. А я питаюсь в разное время, я меньше чувствую голода.
твердая и тихая. Обратите внимание, я чищу даже самые страшные яблоки. Но дело в том, что очень важно осознавать, что питательность, белки, жиры, углеводы, витамины, аминокислоты, макро-микроэлементы и тому подобное, не имеет значения для меня. Так легче перейти на прану. Главное — вкус. Сейчас главное — вкус, вкус яблок. А эти яблоки хоть и гнилые, но червивые, иногда с плесенью даже. Они реально вкусные, потому что зрелые. Но именно с этим, даже если где-то что-то гнилое съешь, у меня расстройства до сих пор ни разу от яблок не было. Мне просто не было, у меня ни разу от яблок даже живот не болел. Сколько я уже съел яблок, всяких разных, обрезал, не обрезал, если в яблоке уже есть плесень, это говорит о том, что она есть везде в яблоках. Просто сама плесень, это вот белый грибок, появился в одном месте, но он уже есть везде. Тем не менее, у меня действительно сильный иммунитет в желудке. У меня не бывает от яблока расстройств. Не разу говорил, что есть такое понятие, как правильное питание. Я там еще сам не научился, но повторюсь все-таки. Надо долго жевать. Чем больше, тем лучше. Не разговаривать, сосредоточиться на еде. Больше, чем 120-130 раз надо переживать.
что, я до этого доберусь. Я буду сидеть и жевать. Особенно если придется опять пшеницу есть. Процесс пищеварения начинается в ротовой полости, когда пища отдельно смачивается слюной. Есть такая поговорка: твердое пить, жидкое есть. Твердое надо настолько тщательно переживать, чтобы оно превратилось в жидкость. Ее надо выпить. А жидкость надо настолько медленно. Глотать, во рту держать так долго, как будто это что-то твердое, как будто ты пережевываешь. И уже во рту, через слюнные железы, будет впитываться та прана, которая находится в любом нетермически обработанном продукте. Ну, за исключением мяса, конечно. Больше всего праны в тех овощах и фруктах, которые только что были сорваны. Меньше всего, конечно, те, которые уже лежат долго на прилавках, в магазинах или на рынках. Ну, эти яблоки еще содержат прану, конечно.
если во время питания мы думаем о чем-то негативном, весь этот негатив посредством переноса этих мыслей на уровне волн передается жидкости, воде, которая содержится на фруктах или овощах. Вода имеет особенность, имеет кристаллическую структуру. Молекула H2O может обменяться другими молекулами. И таким образом получать определенную структуру, структурироваться. Если мысль негативная, то и структура негативная получается. Попадая в наши клетки, она передает негативную информацию нашим клеткам. Мы все время питания думаем о чем-то хорошем, приятном. Так же самое хорошая, приятная энергия передается жидкости, содержащейся в воде. Ну, во-первых, она первоначально, эта жидкость в этих фруктах уже структурированная, она идеально структурированная. Именно поэтому я не пью воду с под крана больше, чем уже полтора месяца, получая жидкость, воду только из, на данный момент, из яблок. Но если есть яблоки, либо какие-либо другие фрукты, овощи, я думаю о чем-то негативном, если негатив передается этой жидкости, ее структура идеально разрушается. И эта негативная информация передается нашим клеткам. И то же самое, они это все впитывают. В результате получается накопление негативной энергетики в органах, тканях и впоследствии болезни. Таким образом, я обед закончил. Сейчас надо помыть руки. Запись скоро закончится. Так, мне надо зубы почистить. По поводу зубов. Буквально, Борислав, я уже об этом рассказывал все-таки. Многие из вас видели рекламу по телевизору, жевательную резинку. Сейчас ежи, короче, во время еды в рвоту нарушается кислотно-щелочной баланс и возникает опасность, короче, разрушения зубов, размножаются микробы. Жуйте жвачку, и все будет замечательно. Так вот, дело не в жвачке. Дело в том, что эта жвачка вырабатывает слюну. То есть мы жуем, условно говоря, рефлекторной деятельностью, и выделяется слюна. Слюна имеет щелочную природу, вот, и таким образом слюна разрушает кислоту. А кислота, если же продукт не содержит кислоту, такую как молочную, яблочную, уксусную, виноградную, ну и тому подобное, то кислота получается из тех выделяется теми же самыми бактериями, которые питаются остатками пищи, которая застрет в зубах. То есть бактерии питаются, выделяют в процессе своей жизни.